обо всем. Но вот теперь самое главное скажу. Наткнулся я недавно на поэзию одну, которая называется такая вот тематика «Юности моей». И этот стих я написал в 2008 году. Вот. И хочу вам прочесть. Называется «Юность моя блудница». Озарит сиянием утро свежих роз, травы будто пьяные, ночь туман унес. Запах нежный клевера мчит дорога вдаль. Молодое дерево, это ли печаль? Шепчет явор сивою над рекой в тиши, распевают дивную песни соловьи. Отзовет, аукнется эхо без следа. Юность моя блудница, эх, любви пора. Белая черемуха, белая сирень, розы цвета всполоха, прибывает день. Бузина душистая у плетня растет, утро мое чистое, солнечный поток. Обниму ладонями стройную мою, деву белоствольную к ней щекой прильну. Жизнь моя спутница, годы седина, юность моя блудница, дивная пора. Колосится, мается спелых зерен рожь, золотая здравница васильковых грез. Месяц словно блюдится, вечер ропчет вновь. Юность моя блудница, первая любовь. Вот такой вот стих. Значит, опять же обозначу, что идет эпопея моей юности. И вот еще один стих называется «Юности мое наследство». Сразу. Не буду долго ковыряться. Старый дом на берегу, речка плесы омывает, катер ржавую боржу тарахтит, вперед толкает. Мыс с годами огрубел, босоногой травы детства, сад любимый опустел, юности мое наследство. Николаевский погост, церковь на холме все та же, деревенский образ прост. Те, кто был годами старше, роспись городецких дел, слобода, резные ставни. Здесь учился как умел, хлеб таскали из пекарни. Юность прожитых дорог, босоногой травы детства, городецкий уголок, юности мое наследство. Звуки музыки слышны, танцплощадка в старом парке, кое-где горят огни, старики судачут бабки, дядя Сева, злой старик, сорванцов трактует палкой, божества вечерний лик, луна ткет созвездие прялкой, старый дом на берегу, речка плесы омывает, скот пасется на лугу, где-то гармонист играет. Юность прожитых дорог, босоногой травы детства, городецкий уголок, юность – мое наследство. Вот так вот я вам прочитал, дорогие мои, пока несколько, вот три произведения для первого раза, я хочу заметить. Но в последующие вещи я буду потихоньку вам выставлять, потому что так как у меня очень-очень много, я не справляюсь уже ни с чем. Компьютер у меня вообще буквально прям кипит. И вот так вот я хотел в прямом эфире рассказать и начать вас знакомить с моим творчеством,
Спасибо вам всем, друзья, за внимание. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо, что вы меня слушаете. Всегда ваш Алексей, доктор Леш. Пока-пока.